Приветствую вас, друзья. Меня зовут Конор, мы продолжаем гонять в Assassin's Creed Unity. И не удивляйтесь, что я одет в костюме Эдса Аудитора из Assassin's Creed Brotherhood. Я просто его нашел и решил его одеть, потому как он мне нравится. Ну ладно, побегаем немножко в нем, потом переоденусь обратно. Остановились мы, я не помню на чем. У меня там куча побочных заданий, которые выполнять я не хочу. И будем двигаться по сюжетной линии. Так, одну секундочку, ага, все, погнали. Так, я не знаю, что у нас сейчас будет, я вообще без понятия. Уже на кону Assassin's Creed Syndicate, а я еще Unity толком не прошел. Вначале где-то бегаю. Так что, хотя знаете что, я хотел вот поговорить насчет вот этого всего. Пошли слухи в интернете, как бы. То, что Синдикат оптимизация будет не лучше на ПК. То есть, как бы на консолях оптимизация там вроде как нормальная. Ну, как нормальная. Относительно неплохая. То на ПК говорят, что там вообще будет как на Unity. Но у них еще есть время, у Ubisoft. Я думаю, они исправятся. Думаю, будет лучше. Так что нам остается только надеяться вместе со мной. Секунду.